лагает. Два-два стата. Интересно, под ладаря ван-два есть? Понятно. Привет, Пашкен. Граф, иди, спасибо. За фоллоу. А ты не фоллоуился разве? Ну а чё с названием? Сейчас посмотрю. И что неправильно? Дик, что такой хейтерок? Да, два ладера нет. Пух? Привет. Привет, Руслан. Привет. Ну, готов? Я готов. Я в батлнете. Привет, Генрих, я тоже. Привет! Привет, вот Оля! Привет. Оля, привет! Подожди, она тебя не слышит, я ей дам один. Привет, привет! Оля, привет! 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 Как дела у тебя? Нормально, в хоум-офисе сижу. В хоум-офисе? Да ладно, ты почиль, не работай. Зачем вообще на карантине что-то делать? Или вас так не принято? Ну, мне надо отмечаться там. А, так ты отметься и, типа, ну, забудь систему, короче, не знаешь, как это делать. Спасибо за совет. Да не за что, Генрих так и делает, видишь, он отметился и в Warcraft. А ему только один раз надо отмечаться, а я отмечаюсь, пришла, ушла. У меня тоже. Ну, пусть он тебе расскажет. У него тоже сейчас вот хоум-офис.
Ну вот, хоум-офис, мы сейчас 2 на 2 будем в хоум-офисе вот играть, так что ты могла бы сестру пригласить и что-нибудь там тоже сделали бы, хоум-офис себе отмечались бы по инету как-нибудь. Да никто не работает, ё-моё, в карантине, ты чего? Как мы работать? Работаем. Скажи, что ты подавлена и не можешь сосредоточиться на своем важном задании. Чувствуешь, что настал апокалипсис и все. Ладно, удачи вам. Спасибо, 2 на 2. Спасибо, спасибо. Пока. Пока, пока. Какой у тебя батл так, сокол? S.O. А? Какой у тебя батл так, ты помнишь? Сейчас, подожди, скажу. Солнышко? У тебя правильный говорит комнат. Да, у меня правильный. Сокол, просто точек нету. Сокол, решетка 2317. 2317. Ага. Привет, Ксардас! Привет, Кокс! Давно-давно не виделись. Анемен. Все готово. Так, я тебя плюсую. О. Пашкин, привет. Давай тут тим. Я рандомно поиграю, ладно? Да, я тоже. Ты не против? Да, конечно, я тут как бы в ладере челики. Так, все. Можем на самом деле, когда люди, если люди соберутся, поиграть против зрителей, наверное, так лучше будет. Ну что, поехали? Да, я готов. А это что такое? I'm ready. Да, у меня тоже home office, управляю. Что-то Оля прям очень серьезно у тебя подошла к карантину, к home office. В России это воспринимают как выходной. Не-не, она, ну, ей надо работать, деньги зарабатывать, я тоже вот работаю, деньги зарабатываю. Ну, красава, да, я также вот работаю, все правильно. Ты молодец, молодец. Просто у меня 24 часа в день должен быть, я это, как его называют? Ну да. Доступен. Ну да, так ты и доступен, вот сейчас мы играем, ты, тебе позвонили, ты, ну, контролишь, микрофон выключил, разговариваешь, все правильно. Угу. Хуман. Да, орк. Ну и архимаг. Давай я тут. Я в России на немцев работаю, никаких выходных. Говори, Гравди. О, Гравди. Да, это жестко. Это шорстко, как бы сказал орк. Привет, Сашка, спасибо. Серд, не знаю. Привет, ну, а зачем тебе ладдер, если есть в А3 Champions? Его да, вы три чемпионс, офигительная вещь, да. Я сразу скажу. Да, да. Я вообще не знаю, зачем тебе ладдер от близов, если есть нормальный ладдер. То да. есть, было ишью с американцами, ну, реально только американцам нравилось играть, ну, типа, у них была какая логика? Типа, ну, мы две играем игры, у вас пинг 200, две игры, ну, у нас пинг 200, но нафига такие страдания и тем, и другим, то есть, да. Как бы... И Пат тут же это пофиксил, и сейчас как бы, ну, этого нет, так что... Ну, ввел как в Battle.net в старом было, там, Калимдор да, и т.д. Да. и т.п. Пусть играют с собой, сорян, ну, то есть я ничего против не имею, но для меня такая логика не работает. Мне лучше, ну, типа, я буду комфортно играть во всех их играх, но не с ней, ну, со своим регионом, все. Да. А так, вообще, смотри, Пат сделал на изях ладдер. Качественный, за, хороший. Да, там за несколько часов, за 6 часов, что ли, не знаю. Близы не могут. Но они не хотят. Они не хотят, они могут, они могут. Да, да, да. Конечно, все правильно. Они могут, это 100%. Типа не могут, близы что-то не могут, да нет. Ну ты сюда подойдешь, и у тебя лейт герой. Да, да. Привет, Ван Лоу! Ну не знаю, у тебя. Ван Лов, привет. Ван Лов мой этот, как сказать, не лучший ученик, он забил на все, чему я ему учил, играет в PUBG. Ну так вот, да. Такое тоже случается. Не все пуху морозовы, ученики. Ага, забыл хейт, офига себе хейты. Не знаю, что такое хейт. Ладно, золото. Ой! Ну, ладно, будет терпеть быстрее. Да. Хотя, это тем можно было. Но...
Ладно, первая игра кома. Вот. Да мы можем не вместе крепиться, в принципе. Не, я налево пошел. Да. Не, ну только если в игре сокол. Извини, конечно. Да-да. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. И все, я теперь не закреплю в точку. Ясно. Если бы у меня не было талисмана эвейжена, я бы уже умер. Нормально. Сокол. Mm-hmm. Докрепишь? Ладно, спасибо. Тебе экспо оставил. Ага, окей. Да, Ахиллес, я уже понял. Ну, я думал, у меня, типа, талисман, это поможет, но... Поможет мне. Они плотненькие, у них rejuvenation же. Не, там есть. Наверняка скрипт какой-то, я просто его не знаю. Норм крипер, спасибо, спасибо. Давай вместе вот это закрипим, пожалуйста. Угу, сейчас иду. О, Undead пришел. Да нормально, нормально. Да давай на пофиг раскрип. О, там, есть. Ага. А, пришли, пришли, это не Undead. Щиты есть? Not bad. Нет еще. Тогда ничего отходи, нет. Отходи, отходи. Отхожу. Заказал щиты. Жесткая масса, да? Да. Не идут пушить, да? А что там, пион твой на скауте или как? А, не, нычку хотел. Да, я нычку хотел. Они сюда будут. Ну ладно, пофиг. Или туда, или они да это. Не, нормально. Крипимся. Угу. Привет, драйвер бай. Да. Ну да, сокол согласился. Но сначала не знал, может с майкером, говорит, пойду я еще наверное. А потом... Ну ладно, говорит, макер не отвечает. Но потом, как ответит, я тебя кину, поэтому... Ну, пух, зачем ты так со мной? Это ты зачем так со мной? Погнали сюда. Погнали. Ой, это потные очень. Да не, нормально. У них мана бёрна ещё. Да, да. Видишь, что я? Ха-ха-ха-ха! Иллюзия за мана бёрнил. Ты, вялый крик. Угасишь вас. А теперь не иллюзия. О, хороший девайс, бери. Вот же три у них играет. Да. Та-ра-та-ра-та-ра-тан. Мне так удобнее с черной картой. А, да, их двое, они двое здесь. Подойдешь, наваляем, если нет, я под другую точку крепил. Ну я вот сюда сейчас подхожу, но у меня пока что только один приз, диспел да, готовится. Нормально, нормально. Отойди назад чуть-чуть, да, чтобы я пытался, вошел. Назад, назад, назад. Да подожди меня, надо было. Угу. А вот и я, братаны. Можно нагу? Давай, давай, давай. Нагу, нагу. Кидай первый. Сейчас у тебя кидай. Отпустит. А, меня сало, меня сейчас сало. Сейчас отпустят, тебя отпустят. Сейчас, кидай. Кинул. Стомп. Чуть-чуть отходим, чуть-чуть назад. Фух. Так, у меня есть диспел уже. Я... Сейчас, 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 я подлечусь. Угу.
Ну, оно и пошел крепиться, а не что-то. Угу. Они ссыкают. Уже Т3, отлично. По красоте. Только что здесь были. Угу. Да, крепится. Мы, наверное, не можем пока драться. Даже. Давай лучше покрепим. А, ну, окей. Отхожу. Ну, типа нет смысла. Не теряй, не теряй. Они только поставили нычек. Попробуем на красный. Да, это пофиг на нычку. Нам нужно чуть подождать. Окей. Да, ДГГ лагает сейчас последние дни. Правда. Ну я в брякера выхожу или идти на да, Т3, да, давай, да, покажи. Да, не, нет, ты не успеешь, нам надо сейчас пушить будет. Окей. Okay. Брякера. Да, это нормально. У меня при стыде спел есть, если вдруг. И клап, клэп. Хорошо, хорошо. Все, покупаю ТП, я готов. Сейчас, мне еще чуть-чуть надо. Время. Еще стампануть. Я могу их вот так вот похарасить. Да, вот, так. Так, ну надо что-то делать, пух, а то да, у них да, сейчас будет крит масса. У меня 50 суплаев, я готов. Сейчас. Ну, у меня доделываются, подожди, кровожадность. 30 секунд там можно где-то. Фух там. Харасит. Погнали. Соединяемся. Угу, они только что были здесь. Да, погнали, я иду к тебе. Ты можешь делать переманию, скелету будешь переманивать. Кстати, хорошая идея, ты прав. Только заказал, конечно. Да, оно быстро делается, все нормально. Давай сейчас засетапим здесь. Надо будет откатить под эти. Угу. Триятки. Сейчас. Гол. Рядом такой себе, но... Давай назад чуть отойдем, сейчас стан сработает. Окей. Отхожу, отхожу. Давай, АМ. Угу. Стомп есть? Нету. Давай, Дарка. Давай, Нага. У меня юнитов почти не осталось. А да, отходим, отходим, отходим. Отходим, отходим. Так, как-то они хорошо нормально, вышли. Нормально, нормально, нормально. На самим может экс поставить, шкатулочку там. Да, да. Или... Сейчас. Я поставлю. Поставлю. Есть чуть золото?
Да, сотенька хватит. Спасибо, две. Да, да. Просто я в мартиру. Хватит. Пошел. Все. Меня мало было. Мне надо чуть больше времени. Сейчас все будет нормально. Сейчас с мортирами, думаю, лучше зайдет. Да сейчас у меня просто будет этих больше. Мортиры под Бладластом. Ох ты застроенец, не видел. Экспант. Так, я к твоим кастерам встану, чтобы у тебя был этот аура, и поставь уже ловушки сам. Думаешь, они нападать? Ну, хотят она. Ну, они сейчас заскаутили. Скорее всего, да. Ну, давай, да. Так, два мортира хватит. Да, все, они вот с этой стороны идут. Пух. Да, отлично. Сейчас. Давай, обстрелись. Ага, Bloodlust, не тоже эти, как наверное, называют. Да. Откатим чуть-чуть. Угу. Давай откатим, пусть так, они... Так, отхожу. Сейчас первая активируется, сейчас зайдут они. Гоу. Блин, плохо стоит. Угу. Откатим чуть. Мортиры заходят. Да. Нормально. Надеживаем. Да. Прав. У меня МК не может пройти, чуть назад. Сходим чуть назад. Там еще одна ловушка. Хорош. Пошли, го-го-го. Мортиры заходят. Го-го. Да-да. Мортир. Их много вышек очень, но у тебя мортиры. У меня мортиры под Бладластом. Гоу к эльфу. Туда? Да. Окей. А, блин, мы не пройдем. Вот здесь можешь прорубить мортирами? Угу. Через G. Ну, типа, чтобы здесь не сломаться. Я понял. Есть дерево чуть? Да, больше, чем чуть-чуть. Дай дерево, пожалуйста. Спасибо. Гоу, попробуем пойти. Гоу. Гоу. Сзади писюнится кто-то. Да. Ну ты, эльфа, постарайся, давай. Я сзади чуть-чуть. Давай. Эльфа я убью. Мортиры помогут чуть-чуть. Угу. О боже мой, мортиры. Ха. Нет. Оп. Опс. Он залез. Привет, видел мономашину, не? Ай, блин. Не успел. Угу.
смотри, еще сейчас там. А я. Я тут стану больше. Там сзади типа нежданчик. Да. Так. Так, твой турин там один очень битый сзади его. Подлечить всех. Да, я ну ТП вроде разуплотняли эти, да? Да, да. Ну там, давай ТП на всякий. И со вторым темпом убьем. У меня побольше будет все. Ну у меня 6 левел 6, то есть мне пофигу ТП не ТП, понимаешь? Ладно. То есть. Ничего не стоит. Хорошо. Ой, блин, какая по скрипу у меня идет жесткая, блин. Сразу так. 50 суплаев по карте бежит. Ну я готов. Да? Красавчик. Погнали. Сейчас. У меня пока шкельф, у меня ТП еще есть. Давай. Я иду. Угу. Угу, у него тоже шестой. Угу. А чуть... А, ты ко мне? Я, да, на твой нычек. Отойди, а, подожди, стой, стой, стой. Стою. Давай. Ну сейчас у меня кулдаун пройдет, я как раз ТП делаю на твоих юнитах. Все, погнали. Go. Go. Для первой карточки норм. Да. Это правда. Не такие уж и хлебные хлебушки были. Да, да. Да нет, это что-то... Может, не знаю, нам повезло, но типа... Обычно здесь попроще ребята играют. Так. Пацаны всерьез 120-й, короче, на турике сейчас недавно, да? Ну, типа, как о квалификации там рофлил, а у меня пацаны в чате всерьез обсуждают, ну, типа, что он не в форме. Чего он там рофлил? Ну, он против Хавка играл все игры в ДЛ, что ли, или там, не знаю, Ильича первого. Mm-hmm. Ни одной игры не сыграл стандартную роль. Так что...
Ну, по крайней мере, я 3 посмотрел, я понял, что это будет это. Well hated. Спасибо за поддержку. Ради хайпа вчера, походу, день каблука нарушил, и сейчас мне донатят плоды, так сказать, своего. Своих трудов, ё-моё. Два орка. Какие два орка? Я орк. Противники. А, да? Угу. Спасибо, да. А, ну ладно, раз ТГВ хороший результат показывает Дэлом, то беру свои слова назад. Донать человека у меня. У меня они не работают, я майкер. Да я за... Да у майкера все сломано. А у тебя ты выключены или не работают? Не знаю, у меня были включены. Ну попробуй еще раз well-played. Я сейчас обновил кэш. Well-played, привет. Спасибо. Он же well-played, а ты его well-hate'ом называешь. Ну, так то что да, он хейтер. А, хейтер? Да-да. Можно тебе попиариться за... Да, граф Ди, если это то, о чем я... ты мне писал сегодня, можешь у Пуха. Пух конечно. Не обидится, он только за. Конечно. Кармак, привет. Конечно, граф Ди, можешь не спрашивать, в чем вопрос. Ё-моё, видишь? Всё, настроил для тебя well-played специально. Так. Блэйд вколол тестостерона на 200 и сообщает, когда мириться будем. А все, вот 200 рублей помирились. Нормально, спасибо. Первые 200 не в счет были. А что, вы поссорились, что ли? Да нет, это рофл. Кто-то утку запустил, и мы решили просто поддержать это. Виски, ну просто типа, мы какие-то турниры вместе постримили, потом поиграли 2 на 2. И пацаны такие, ну, типа, видимо, они ждали, что мы теперь все, там, поженимся, распишемся, и все. И они такие, ну, и следующий турнир, он комментит один, well-hated, да? И все-таки, а где Пух? Если вы хотите пожениться, я вам могу организовать, в Германии все нормально. Я знаю. Вот. Нычку и... хлебим, не? Да, давай. И, короче, ну, вот так сделаю. Сейчас. Ну и все, и подожди, кто-то... подожди, пацанов. Давай. Я типа пробегу, все там чисто. Ну, завязай стомп там хорошо. Yeah. Ну правда это уже и так. ГГшечка. А, ты с этой? С вейвом? Ну чуваки вышли, но чё, как тут играть? Один в два. Ну да. Пизда Долоран, да не за что. Да, самого отлегло. Ну вот, кто-то, короче, утку запустил, типа, особенно после того, как... А, ну, он постримил один, и все такие, блин, походу, поссорились. Типа, чё не с Пухом? А потом он еще какой-то день постримил с Ванёрком, все такие, не, ну точно, поссорились. И все, я такой, ну, мы такие поржали, ну ладно, поссорились, давай, значит. То Пух 400 рублей на утке заработал. Ну конечно, ё-моё, он день каблука отменил ради хайпа. Я вот сколько well-played'ом слежу, год за его стримы. О, смотри, там, магазину. Он ни одного воскресенья не пропустил, ни одного. Ну, в смысле, день каблука. Вейв! Все уже закинул. Ты, Пух, и сам играешь, не только тренируешь. Ну, конечно. Неохотно играю, но... Что за день каблука? Но это день, когда well-played уделяет семье. Это день каблука. Он никогда его не пропускал за год или два. Но... Спасибо. Так. Да, граф Ди там офигительный турнир придумал. Банхаммер Кап, да? Серьезно? Да, прохладно, прочитай. Так, сейчас, подожди. Спасибо, граф Ди. Большое за поддержку. Банхаммер Кап, блин, звучит интересно. А во сколько?
Банхаммер Кап. 16 апреля. Ладно, в эти раз. Нет! Сейчас, подожди, подожди. Сейчас. Я прожал Пат Ледер. Ну, сыграй как раз. Не, я уже ливнул. А. Банхаммер Кап, считаем. Пацаны. Инвайте меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, турнир с баном раз. Кап и дрейс бан. Интересно. 2-0 рефорджер, 10 тысяч рублей приз, Амазоне, стандартный. Игроки по очереди банят друг друга 3 раза, одну за другой. Фаза бан раз проходит после бана карт. Прикольно. Привет, Вольфрам. Так, БО3 больше. Первая игра серии проходит любой расой на усмотрение игрока. В последующих матчах игрок не может выбрать расу, которую он уже выиграл, по крайней мере, одну игру в этой серии. Игрок потерпевший поражение по серии не может сменить расу. А, окей, окей. Это типа как в файтинг играх. Пример был один. Граби, минус АЗ, САЖ, окей. Эльф. Начало минус эльф. Последний забанишь, как первым банит расу. Граби минус орк, окей. Окей. Интересно, Мун забанил у эльфа у Граби, а Граби забанил орка у Муна. Ну, интересно, да. Видимо, какие-то mind games. Пример для BO3. Первый орк эльф 1-0, потом... Ага, понятно, ясно. Ясно. Да, интересно, интересно. 16 апреля, 18.00, пацаны. Регистрируемся. Сокол, ты обещал сегодня PUBG где он, а? Ну, не сейчас, чуть попозже. Вольфрам, ты чего? Да, Вольфрам. Давай, это, ну, гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу, все. А чё, Граби на турнир вернулся, да? Да? А ты не знал? Обрети на слове. Да Вольфрам, он троллит, он не смотрит больше 5 минут. Он потом уходит к Кавку или Алаита, или Айлейму. Все. Он также меня байтил в свое время. Мне потребовалось 2 года, чтобы поймать его с поличным, понимаешь? Что там у тебя? Эльф. Патмо? А что хочешь? Можешь хоть Питлорда. Для Питлорда уже поздно. Да, никогда не помню. У Пуха все друзья китки. Чего так? Да. Хейт, блин, а? Вэлл хейт, это опять минус 200 рублей. Да. Хватит это... разгорать здесь, разжигать. Да. Китки и хейтеры, ну да, с кем поведешься. Хороший кап, жаль, что понедельник. Да, Шегин, я бы на твоем месте не загадывал. Может, 16 апреля все еще все будут на карантине, так что... Когда я месяц назад говорил, что у вас все впереди, меня все высмеивали. Почему? Не, у нас сейчас... впереди, но у нас не может быть... У нас вряд ли так будет... Ну, тут вот фу, конечно. Нет, карантин. Да, не, карантин-то да, но у вас оверреакшн. У нас, может быть, такого не будет. Ну, как оверреакшн? Наверное, так нельзя сказать в всех ситуациях. У стран, наверное... Ситуации разные, но у нас как бы люди, ну, типа, не особо паникуют. Может, бабуль. Здесь тоже не паникуют, но меры правильные, их надо не, было раньше меры, понимать. Меры правильные, да. Ну, как Китай надо было сделать, но только... Ну, мы, ну так, у меня орк здесь. Что толку от недельного карантина? Вольфрам, я не знаю. Я похож на политика? Куда я знаю? Минимум 2 недели надо, потому что у короны 2 недели да. Инкубация. Да, да. Ну, у нас до 20 апреля, изи. Красава, Шеги. Ну, в смысле, на работе? В офисе? В смысле, технически на работе? То есть, физически на работе? Серьезно? Не, я не говорю конкретно про Германию, Андрючу. Я говорю про Европу в целом. Я не знаю, какая конкретно в Германии. Ну, смотри, Италия, они долго мяли... Это да. ...кое-что. И у них теперь же... Ну, да. Германия сразу сказала, не надо понтоваться, сразу закрываемся. Всего. И все равно сильно много. У вас много заражено? Да, ну у нас очень низкая смертность, но... Ну потому что у вас там средний возраст, наверное, но... После Японии мы на втором месте в мире. Да? Да.
Mm-hmm. Так что. Так, к тебе бежит урк. У тебя на базе один висп, если хочешь, ты его можешь юзать. Да, спасибо. У меня два орка. Нужна будет помощь твоя. Сейчас пробегу. Я лечусь. Ух ты, пэ. Ко мне. Лечись. А я уже сейчас приду. Да. Блин, нычка твоя. Спасаешь, нормально. Должен пройти? Да, да. Так, я виспом сам тогда. Все, я побежал к тебе. Пока некого диспали. Блин. Сейчас самое главное от этого отбиться там. Потные герои. Да. Все, последние волки. Ходи под вышку, должно быть нормально. Репэйр. А, отлично. Репэйр. Успею. Так, минус 2 гранта, нормально. Все сделай, они скорее всего будут в массу верно играть. Сделай себе это. Так, пух, ты нужен. Типа. Сейчас. Я уже один здесь не могу. Бегу. Да вы чё, еле дырявый. Давай, надо сражаться. Надо протектор против... Я уж поставил. А, у тебя тоже поставил? Не-не-не, я себе сделаю сам. Гоу, контратаку сюда. Сейчас мне... Так. Угу. Так. Ты чё, офигел там контролит? Не, один стандарт играет, по-моему. Т3. Ну, мы должны сейчас подпушить. Можно в нижний буро, который... Да, можно сейчас вот здесь его поджарить. Пуш, пуш, пуш. Окей. Хорошо. Минус ДК, ДХ. Нет, я успел ТП. Что ты жесткий.
Взяли бы еще тейку. Ага, да, конечно. Спасибо, да, согласен. Давайте, да. Гоу. Ну, я пока что триадок только. У меня протектор, у меня база защищена. Они тоже туда, кстати, могут. Туда я поразвлекаю, что ли? Да, они здесь. Ну, ты терпи там. А я поразвлекаю. Угу. Живи. Да, мне чуть порадовали мои крипы. Ха, давай, давай. Да не, вы можете, ты можешь зрителя какого-нибудь взять, мы можем кастомки поиграть. 2-2, вопросов нет. Здесь у меня нет дробовика, это правда. Так, они все здесь. Окей, очень много антов. Ну, я напрягаю орк. Один ТП делает. Один делает ТП. Перехватывать, на одного минус Трибурова. Короче, пострать АКМ игра. Да, я подлечу. На тебе. Демон. Так. Thank you. Thank you. Thanks. Все, я побежал. Кошмарить орка дальше. Ты можешь здесь экспанд поставить, кстати. Окей. Посрать Берила, это что за страта Берила? Я не играю с Берилом, живу, ты знаешь. Ну, у этого орка как бы он плачет. Но один орк очень такой этот, да, да. Вонючий. Один плачет. Да-да, ага, виверны вижу. Фух, как это, как плохо его там разуплотняет, лол. У него красиво. 2-1 еще до сих пор лова. Делаю вертоп. Здесь ничего. Здесь пока ничего. О. Зачем за мной бежит? Ты чё, офигел? Ты чё там вздумал? Ну сейчас. Направо заверни! Давай, заворачивай. Давай, 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 давай! И все! Хорошо. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Цепляй всех. Хорошо, он не уходит. Потому что у меня тут подлетают вертики! Юху! Он понял, что ГГ. Упс. Так. Упс, I did it again. Тайминг на магазин. Да, как у Хавка, постарайте Хавка играю. Ну, магаз был, в общем-то, топово. Все землянки сжёг огненным столом. Не, у меня просто на стриме, это уже типа как мем.
То, что Хавка реально, ну... Хотя в последней игре он всегда лейт, ну, то есть... Хотя в последних каких-то играх он нормально восставил. Но я отношу это скорее к дисперсии, нежели к... Not a girl! Not yet a woman! А, да. Так, мне андеды выпали. Мне выпали эльфы. Давай под мама, просто масс, тупо. Тупо масс. Давай. Да. Ты мне забыл сотенку перевести, но я не обижаюсь. Почему закончил профессионально играть? Не знаю. Время, возраст. Другие обязательства. Взрослая жизнь. Качалка. Не, качалка скорее в плюс идет. Классно, конечно, скоро кланы еще появятся и профили стрима, надо смотреть будет. Не понял, Валплейт. Че за клан? А ты че на... А где вопрос тебе задают? На Твиче, что ли? Да, на Твиче. Ага. Пацаны, приходите на Good Game. Намного лучше. Здесь я вам премиум выдам. Одному первому, кто с Твича перейдет. Вот прям сейчас кидаю в чатик для активации. Куда переходить? На Good Game Майкер, так и что? Майкер. Майкер он как бы. Кинул прямачок. Не знаю. Я стримлю на Good Game, и за 12 лет у меня скопилось 100 зрителей. Хотите сказать, это мало? Не знаю, пацаны. Вы просто зажрались и все. Я без разведки, без всего играю. Так что не гоните на Good Game. А сколько ты еще захейтил, они ушли? Да, Ворм, это еще где-то 200. Наверное. Last hit от бога. Оп, все, изи. Бризи. Блин, Сокуя в твой чат смотрю, ты куда кинешь. Ну-ка, похуй. Конечно, ко мне в чат, ну алло. Ну это сразу видно с твича, зритель, без обид. Вот так вот примерно захейтил и ушли. Your building is complete. Ты Майкер, Хавка, кто четвертый играл? Не знаю, с кем только мы не играли коопы. Бонивур, может быть? Фоги, Бонивур, БСП. Много кто. Диан, может быть. Слышал, я с Ютуба, понял. Слышь, я с Ютуба, слышь, с мягким знаком, ну тогда понятно, да, ты с Ютуба. Понял, понял. Вопросов не имею. Тут рождает 5 человек, которые. О, там этот. Тут он Харак против нас. Под ником Fireball. Что скажешь про игру в некров против хума? Не понял. Про игру в некров... О, здесь уже кто-то прокритил, пух. Нет, нет, отманили просто. Нет, там умер уже этот голубой бамбар. Ну, гну, лут и все. Не это. Не очкуй. Да, вон Блейд. Ну, я же говорю Блейд, ну и чего? Ничего страшного. Блин, он девайс собрал, ну. Ну я хотел что? Специально туда. Ты бы лучше даст купил. Ну у меня есть потма. Да. Хорошо. Кстати, Блейд-то обнаглел. Да, да, я его атакую. Давай этого Блейда сможем подбить. Ну сейчас я давай, пытаюсь. Давай, на... давай, давай, вот здесь плотненько. А чё потненько? Не бери с ними просто. Я сейчас подведу виспок. Не, ну я жучков откликиваю и все. Тут он Харак, ты куда бежишь, алло? Ты чё, наркоман? Тут он Харак, алло. Ладно, как хочешь.
Тут он харак просто пошел в раш. Хорошо, тут он харак, спасибо. Колкус. Да, вот здесь еще можем убить. А, не, ладно, убил. Хотя, может, я убью. Купил, отдаст. Я тоже. Давай, давай, давай. Да, ханты, ну... Пэйтинг в этой игре, конечно. Ладно. Ну что вот ты, Патман, что ты жмешься? Так. С этой стороны опасно. Так, интеллект это мне. Ах ты жадный, а? Go. Ой, да ладно, пух. Ладно. Тебе бы в Довик как раз режим поменял. Так в Довик же не с кем играть, я бы поиграл. Да. Смотри, как где. Ох, ты ну, блин, его крипчекнуть можно, может, да, побежишь? Пойдем, пойдем, пойдем. А, давай, давай. Отойди под мой, отойди, отойди. Я мне покажу, второй, покажу, третий нет. Уровень. Нет. Отлично. И не хватило одного XP. А, отлично. Понятно, захейтил, еще XP не хватило. На. Ну, thank you. Thanks. CC? Double Dust. Троян на бас. Ну да, не один раз стрельнуть, понимаю. Да забей, ну, ладно, убиваем грантов. Да. Давай, зажали, все. Сзади тут Мхарак. Мубарак сзади. Ладно, пусть оно не сможет выйти, а мы... Ой, Блейд, Блейд, смотри какой. Он не может купить себе девайс никакой, а? Может теперь? Ливнул. Кулали, у меня тоже кулали, что? Я ж не жалуюсь. Ты на кого что клали? Да, согласен. Ага, ага, понятно. Ну что ж такой сердитый человек? Не знаю, не знаю, не знаю. Что я такой сердитый человек? Так. Да нет, вы чё? Чё вы пуха хейтите? Да, сокол. Ну так вот, да, вот так вот. А Макер заступается только за тех, кто ему, так сказать, ну, кто к нему плохо относится, понимаешь? Вот она жизнь. Все наоборот. Трояну бас, ну это бан. Троян, ты никого не банишь, ты же хайпажор, какой бан? Троян, ты что, на сегодня перевел день каблука? Ну-ка скажи, мне кажется, что на сегодня. День каблука. Ну да, не, ну чё, нормальный день. Зато ты день потом каши... всю неделю можешь играть на компе, нормально. День каблука у меня каждый день. Ну, нет, каждый день это, конечно, жестко. Так это, так он, это же его, блин, ты в тебя бзик вселился? Так он, это же его работа, а не игрушки просто. Stay hard. Согласен, согласен. Вам фрам. Но знаешь, женщинам все равно. Включил комп, зеленый экран, зеленое поле, играешь в игру. Вон, убери. Чё, Ворм, ты через Google Translate общаешься? С английского на русский? Фарфорка, привет. Привет, Пухпухсо, привет, Фарфорка.
Если у Сокола не будет каблука, его депортируют. Не, Сокола как раз никто не депортирует. Ты чего? Как могут Сокола депортировать? Я вообще-то всем нужен. Да. Вормфарм, ой, то есть, Бзик, тебе же не нравится 2 на 2, а? Понятно, ясно. Такой хитерок, конечно. We need more gold. Так, чё-то мне сейчас не хочется нычку крепить. В прошлый раз только красных пионов было, рабов, даже контроль. Ладно, или пойдем? Пойдем с ментами, нормально. А, понятно, ясно. Тупо хейт, короче, Бзик. Так русский не родной в Worm Farm. Конечно, не могу понять суть сообщения. Гоу, я затанкую, не очкуй. Я потом замажусь вазелином. Давай, давай. Сначала надо убивать этого. О, красиво. Ядовитого. И нормально закрепился. Я там никому не очку. Все. О, ты боялся. Опять забыл. Блин, только думаю, что-то забыл. Можем потом сюда. А, не, вот сюда надо идти потом. А что ты экспо не хочешь ставить? Поставить? Ну окей. Да. О, хороший девайс. More lumber is required. Фух. Ну да, а, ты это. Неплохо. Да один плеер, Бзик, ты бы молчал, ты вообще в Hearthstone играешь. Hearthstone! На тебе, тебе, тебе. Гоу сюда. Сейчас. Твой герой. Все. Что с ним? Ну. Немножко болен. Бля, ладно, извини. Гоу сюда. Да. Только я не знаю, как Бзик в Hearthstone играет, потому что он любит подфлеймить, а если ты в Hearthstone, ну, в Hearthstone не подфлеймишь, поэтому... Там чата нет. Он страдает, наверное. Он такой... А чё, прикольная игра, Banner Lord? Я не знаю вообще про что это, первый раз слышу. Ну, как бы, типа... Ну, я слышал про нее, но я не знаю. Ну, то есть, типа, я видел, ну, то есть... Как объяснить? Ты можешь стомпать аура там и все такое, понимаешь? А, точно, точно. Я забываю. Ты прав. Жаль. Это правда. Чё, она прикольная? Evasion, это вроде тебе надо отдать. Да-да-да, я возьму. Ну, я пока ж держу в инвентаре, но ты смотри это. Да. Go. Можем подполнить. Оба, пришел Undead. Да. Может, даем? Да нет, мы сейчас развалим. Хороший клон. Неплохо, чё. Офигасим тут. Ну ладно.
Да ладно, отойдем, отойдем. Пойдем покрепимся. У нас тоже база. Гоу сюда, потом на красный. Я пока ж не строю юнитов. Да. Гоу, гоу. Гоу, начинай. Ну сейчас у меня довольно-таки хлебушная. Все. Блин. Кристал Болл. Погнали, погнали сюда. Ну, светаником. Хуман, ты один? Не в грейде. Так, мне после этой игры надо будет позвонить. Конечно. Мне звоняли, не звонили. Да, да. Ты можешь пока пацанов. Да, да, да. Объяснить готов? Им, что почем. Мы здесь не справимся, да, мы справимся. Справимся, справимся. Вас потеряем чуть-чуть. Нифига. Нормально. Нет. Матерь Божья. Твой герой, no! Нет. Нормально. А ты чё, у тебя Лем не танкует, сокол? Толковал? Они же бегают, как упыри. Как у тебя с деревом дела? Нормально, даже. Чё, уже познаешь хуманскую боль? Гоу. Классно. Не, я просто очень много Т2 зданий заказал, понимаешь? Ну да. Как имбовый хуман. Здесь закреплено все. Тогда сюда вниз идем. Или вот сюда на левую половину можем. Да, очень злой. На тебе. Да не можем здесь крипджа. Или не, пока не готов. Да, лучше покрепиться, пока не готов. Полноценный. Не, ну крипджек там очень жесткий. Да не, давай покрепимся. Окей. Ну, типа, не прям чтобы готово. Да и не прям чтобы нам это нужно. А, на тебе маленький гул. Собе маску тоже можешь себе, наверное, взять. Сюда. Ну, на мини ты сам справишься. Да. Я вот здесь тоже маленькую возьму. Там рифлы. Так, еще дерево подкинешь, не? Да.
Ну, у меня мортиры сейчас будут в очень хорошем состоянии. Сюда, пятый. Можно. Угу. Ну я пока здесь. Я убью твоего хота, чтобы он не мог. Да. Так. Угу. Нормально. Присты мастеры. Еще бы чуть дерева. Но у тебя тоже нет, окей. Не надо, не надо. У меня пацаны тоже хорошо зарабатывают. Привет, ясно. У меня пипец предметы, конечно. Здесь можешь еще для золота надо покрепиться. Не, ну ты можешь один идти, я. Не, я уже не буду крепиться. Так. Так, продаюсь. Так, ну все, в принципе, я готов, наверное, сражаться. Угу. Вон царяне где. Да, да. Ну я там все уже закрепил. Без крейдов, рифлы с крейдами. Не, ну готов. Хотя эти могут далеко добывать то, что. Ну что, готов? Погнали? Да, да. Вон они, давай, гоу. Гоу. Врывайся. Сейчас моста. Минус ДК, ДП у него уже нету. Там 10 часов стану. Да не, все. Минус все как-то. Да. Че, го? Эти компы, да, комп изи. Это два сильных. Но это батлнет. Ты его бабушка Мун делал предзаказ рефорджа. Правильно, поощрял близов. Вот они тебе сделали ладдер. Так что, это частично и твоя вина. Сильно мало шаманов, они даже на моих пацанов не могут сделать платласт. Все, исправляюсь. Видит связь там, где ее нет. Не, ну, ну да, конечно, совсем уж косвенно, но. Ух, похож на маньяка серийника, спасибо, да. А ты на бабушку Муна не похож. Как тебе так? Все, это, наконец-то мои мортиры под Бладластом. Что, готов? Ну, врываемся. Погнали. Я в хума. О, там эти, вермы.
нет, он Таурена убивает. Только не Таурена. Братка. Никодоя. Ух, похож на тренера серийников. Да. Спасибо вам. Да. Пес, у Виверна атака плюс 15. Ты чего? Чувак окружил меня кулями? Таурен на открытый добавить, ты чё? Нет, конечно, но... Так, пух, короткая пауза. Да, иди звони, сейчас... иди звони, давай, давай, давай. Баф престов на самом деле метит инфицированного коронавирусом. Интересно, интересная теория, интересно. Криты на стомп. Да, вот криты на стомп мне нравится, идея. Ну а так просто криты необоснованно выглядят. Wellplayed, это ты только что нас снайпернул? Чё-то ты вообще не старался. Ты за Хума играл, да? Я понял. Тренер Гейнер и пил, конечно, да. Wellplayed TV, если не заметил. А, у тебя такой же ник в этом? Не, не заметил. Даже дай посмотрю. Wellplayed. Где тут вообще? Где тут меню друзей? Это. Ванёрк. Refusing. Так. А, вот ты, да. Бизи, нифига себе. Ты ждёшь, Бизи, ждёшь, чтобы снайпернуть, да? Привет, Лонгу, привет. Да у тебя может быть и второй аккаунт. Кто тебя знает. Ты видел, как Сокол на бас вчера слил? Не, не видел, а чё там? Бизи-бизи, тот самый с проплея? Бизи-бизи, в смысле бзик, да, он с проплея, наверное, я не знаю. Так ты успел перезайти или ты с ноута зашел специально, чтобы не палиться? А чё там было лонгу? Ну, Сокол уже не тренится в соло, как он должен выигрывать? Серьезно. Я же стример, у меня ноут маг. Ну конечно. Если ты стал стримить в дни, когда должен отдыхать, то понятно, что не ради любви к игре, а ради вот макбука нового там, я не знаю. Сейчас же подорожали они все. Соответственно, нужно это.
Так, ну что расскажете еще, пацаны? Понятно, да, интересно, интересно. Сори, мог бы похайповать, там что-то покричать, но... Но не мое это, не мое, пацаны, поэтому посидим в тишине. Ну или там, если вы что-нибудь спросите. Так, я готов. О, отлично. Фух, ты готов? Да, конечно. Алло, Фух ушел, да, пацаны? Готов, в смысле ушел? Куда я ушел? Погнали, погнали. А, я забыл, я печатал, у меня на дырявую клавишу выключить микрофон, поэтому... Во сколько к PUBG подходить? То есть с моего стрима ты уже хочешь уйти, Вольфрам? Понятно, ясно. Ясно, ясно, согласен, да. Понятно. Давай, Ван Лоу говорит, запустил вар, сейчас наперну вас с рандомом. Давай, давай. Неплохо. Я помню, мы так с Волплейдом познакомились, мы играли PUBG, он меня снайпернул, причем он соло играл. Это был такой рофл момент, надо где-то его найти, вырезать на каком-то стриме, это нереально было смешно. Мы, короче, падали в Жоржополь, в дома, киткаты, короче, да? Mm-hmm. Мы упали туда, и... Ну, все наши дома были заняты, я побежал в другой соседний дом, киткаты. И, ну, от киткатов соседние. Вот. Нашел там дробаш и слышу, на втором этаже кто-то шоркается. Я подбегаю, убиваю, вижу, you killed Wellplay TV. И он мне потом на стриме, на стрим заходит и пишет бомж с дробовиком. Ну, фильм же есть. Ну, фильм же такой есть, ты знаешь? Да, сотенький я до сих пор не почувствовал. Вот. И, короче, да, с тех пор мы, типа, общаемся. Блин. Да, мы полгода общались уже. Да у меня свой билд, сори, соком, кикс. А, ну ладно. Мы уже полгода общались, остальное. А, понятно, это не знаю. Сокол, тебя Вольфрам спрашивает, когда ко скольки к пабгу подходить. Ну, через часика 2-3 сейчас мы поиграем, но потом посмотрим. Да я шучу, плейт, я помню, конечно, секира. Потому что ты дропнул игру, а я и в нее играл, как настоящий самурай. Cool story. Это правда, Tom Expert. Вот можешь спросить у Wellplay'да. Это такой рофл, я еще офигел. Думаю, реально это Wellplay? Потом посмотрим, ясно. А, ты, кстати, это... 2-3 часа. Контроль не дал. Сори. Да я с чатом. Да. Ой. Конечно, нормальный геймпад есть. На хайпе срубил там бабло. Знаю я тебя. А чё у меня так? Два респа, чё за фигня? Да, серьезно, Ван Лоу, это вообще... Это лучшая игра, которую я играл в 2019 году, вот серьезно. Просто мега топ. Хочу через мышку. Мишка, плюшевый Мишка! Навек мы друзья, мой старенький. А ты зачковал такую игру поиграть. Да, чё круто, Ворм, ты смотрел один стрим, а я за 3 дня 54 часа отыграл. Я вообще не знаю, как я ходил. Я в зал такой приходил, и я серьезно, вот я между подходами, я обычно отдыхаю, а тут я ходил, я такой меч, такой, оп, у ворот, вот так вот ходил. Блин, а чё у меня тут, а там Блейд с этим. Я офигел аж. Опять, что-то они сегодня все разбушевались. И я орал такой, Секиро! Я серьезно говорю, там игра, ну это просто, ну я не знаю, ну... Если бы какая-то другая выиграла это звание, я бы удивился, но она серьезно, она просто мега топ. Ну, мне сказал Вилл Хейт, что типа я просто
с этим жанром не знаком, поэтому меня вставляет. Но я, знаешь, когда заходил на стримы по, например, Dark Souls, но меня не цепляло. К Макеру зашел на Секира, и все, я сразу влюбился. Лол, я все посмотрел на стриме, кроме ночных, причем сидел до часа с двух. Да, один раз ты посидел, Вольфрам, знаете, кейтеры. Да, 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 Секира. Хотя нашелся один индивидуум, не буду указывать пальцем на Хока, который сказал, что она легче Dark Souls. Хотя все остальные, с кем я общался, говорят, что она сложнее. Ну, реально, сложнее. То есть, типа, там вот есть на Good Game Alone Wave. Вот он, например, там, он, конечно, очень толерантно сказал, но... А зачем я выложил? Клак, он знает. Но, типа, что... На тебе... О, боже, это не успел. Короче, что Секира сложнее. И Блейд, ну это чё, офигел? У меня двое. Ты там чё, Блейд? Да я их размотаю. Да, какие-то хлебушки. Ещё женщина ДК. Женщина ДК, серьезно? Ну всё, женщина, ты огребаешь. О! Ты чё остановил? Да блин, пинг тысяч. Шучу, нет, не тысяч. Не, пинг по-настоящему жёсткий. Значит. Там один скорее. А, ну да, я чувствую, что дилей какой-то есть. А, понял, лоплей. Ну я так и подумал, а в Секире реально нужно просто на мужика, иначе ты не мужик. Ну на самом деле это круто, потому что... Ну, типа, блин, ты самурай, какие у ворота? Дерись или умри. Видели, сейчас отвлекся, сделал кул. Не, я как-то себе ногу разоскровил, я не знаю как. Ой, там. Мишка. Не, ну я, в общем-то, готов. Что значит хлебушки? Значит, те, кто ест хлеб. Капец, я даже не могу переагрить. Да, тир 2 еще. Блин, надо идти атаковать. Сейчас, подожди, соколик. Не очкуй. Не, ну я орка чуть попрессую, потому что он вообще да. Припух. За день 54 часа отыграл. Нет. Ты же тренировал Чака. Да, это правда. Ой, боже мой, у него дофига башен. Да? Да. Тогда давай на андеда. Ну да, сейчас у него минус 0 алтарь хотя бы. Давай. Я готов. Андед, кстати, тоже вышки строит. Пипец, он дед с вышкой. Ладно, к тебе. Ведете себя как настоящие москвичи, почему? Край. Он внизу строит еще и тем. Да, давай. Так, ух, ты сильно жестко наламываешься. Не-не. Ну,
И бетон, окей. Надо время доделать. Ничего. Как меня такое бесит. Можем на андеда напасть на самом деле. Готов? Пойдем на андеда. Дашь еще денег на арбу? Ну так-то сам не... Спасибо. Я знал, что ты... Не богатый. Нычку поставишь, может? Ага, да, и тебе деньги скину. И сам сделаю это три. Конечно. Обязательно. Го. Ну да, скелетики через все верх. Делаю. Через верх, потому что он там. Давай, давай, на такой. Я подхожу с... Давай. Ну, мне надо, чтобы ты сверху пошел, подошел, чтобы катер я понял, да. Защищал. Бегу. Ну, я у него бурова снес. И... Все не должно быть сейчас. Норм. Он отсылает назад свою базу? Что? Делай больше кат. Ага, делай. Думаю, там типа орк такой. Да ладно, сейчас и затащим, пацан. Давай, давай, отсылай назад, давай мне все деньги. Да, ладно. А сам либо. Так, посмотрим, что орк. Там масса башен. Бля, мне отдаст закончить. А у тебя сокол есть. Угу. О, они здесь крипели. Угу. Сильно. Таврины. Все, пробиваешь защиту. Я делаю ТП. Что там? Да, делать. Я отхожу. Да. Нужна помощь. Я бегу. Бежишь? Бегу, бегу. Ну ты этот чуть-чуть назад-то. Отойди. Ты офигел? Давай, деремся, каты там сделают работу. Угу.
Упс. Пофиг. Ты разберешься. Так. Угу. Я даже не буду в этом. Злодя походит. Каты хочет меня убить, сокол. Фокус делает. Я ТП делаю. А то минус. Мечка, у тебя готова, все я. Делом массы строеров уже. А, мне будет тебя приводить. Столбали. Так, угу. Да, понятно. Не, ну стараются. Ой. Кат вот да вот. Ты поставь зик, что ли? Не, зачем? Если они придут, у них платлас, они все равно бьют. Ну хоть какое-то время, типа, выиграет. Ну, давай. Да, не рубку так-то жестко. Я так смотрю, Пух старается тоже, правда, слить. Да. Так не, мы андеды пробрили, это самое главное. Да, мы просто сейчас... А дальше делать... АФК гейминг сейчас. Да. Они ничего не могут сделать. Так что я типа развиваюсь заново. Я так-то сокол саппортил. Он просил у меня золото, когда мне нужно было медведи строить, экспанты и арбу покупать. Да, так оно и есть, подтверждаю. Так что я был disadvantage какое-то время. Но теперь я... Ну все, готов, пошли. Да, готов. Мой инта лежит. Да. На орка пошли. А, орк-то потерял. Блейда и то время, я забыл. Да. Сокола сделаешь потом? Да, да. Сейчас подойдем. Гоу в мага... в... Ой, такой. Да я в буру сейчас. А, во! Хорошо, андед идет. Угу. Понятно. Куда мой блейд пошел? Да нет блейда. Вылечи меня, нет. Так ты подойди. One low, oh my god, the ball! Пятый мишка. Ну, то есть третий. Спасибо. Смотри, вот, окружил.
Сейчас, подожди. Сейчас. One low. Четырьмя юнит, тремя окружил. Пожалуйста. Тремя окружил без спеллов. Не благодари. Все выполнил моментально. Ты даже хэппи, мастер челленджа, не выполняет челленджа быстрее, чем я. Изи. Только что тремя юнитами тебя устроило такое окружение. Че, поехали? Да, go. А, подожди, подожди, не-не-не, мне надо перезвонить. Все, сейчас. Конечно. Хорошо, хорошо. Сейчас я подойду. Давай, да. Привет, Кардан, да, привет. Сейчас подойду, пацаны. Аптюга, чё за хейт, алло? Нужен норм фактайм фоточки всяких порноактрис. Да, кстати, можно. На Good Game сейчас же можно такое, поэтому, в принципе, да. Разводимый кофе брейк мне понравился. Пригласить игру на стрим. Если честно, я не понимаю, что она говорит. То есть, ну, может быть, это потому, что у меня русский не родной. Я готов. Go? Go. Овчиха, знаешь, в чем плюс Good Game? Во-первых, я не понимаю, почему если фемки смотрят, значит меня зарепортят. Во-вторых, смотри. Представь. Они репортят, да? Мой стрим кому-то надо закрыть. Это будет делать Майкер, как думаешь? То есть все репорты от фемок прилетают Майкеру. Макер такой, ага, на какой же стрим они, пожалуйста? А, стрим пуха. Все, на этом. Окей. Окей. Хорошо, буду знать. Буду знать, да. Буду иметь в виду. Понимаешь? Не, я не понимаю, что значит профессиональный голос.
Согласен с СДСТ, вообще Вована не хватает, пипец. Ну чё, Double Blade или чё? Пошли на них разуплотнять? Или как? А тихо, хватит хейтить. На них прям, ну можем. Ну я вообще хотел покрепиться, но ладно. Ну, давай. С Блейдом ты контроль даже не дал мне вообще. Как так? Расслабился? А, СХ, ну тогда крип... Конечно. Хотя СХ, Блейд можно, блин, очень плотненько уплотнить. А? Нормально, а? Да, погнали. Я знаю, я согласен с ДСТ, вот вообще, но вот от начала до конца с твоим предложением. Очень креативно. Причем он играл Fast Expand за удов до патча, когда это не было мейнстримом, понимаешь? Так что полностью тебя поддерживаю. Кто, Ван? Да, 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 он играл вот тогда, когда это... И в ДЛ играл, когда это не было меты. Ну, то есть, как и Империя. ОСК, припой назад. Пион. Так, какие две расы были? Не знаю. Да какая разница? Не, ну если Undead, то будет тяжело. Ло-ло-ло. Вон, Headhunter вышел. Бьем? Угу. Хекс? Или Финду лучше? Ладно. Финду бы не успели. Да-да, аккуратней там, не забегай сильно. Еще один, ха-ха. Я пошел домой. Оооо, хекс! Ну, типа надо сейчас будет это, вернуться. Ну ты можешь вообще там немножко просто понервировать их. Вот сейчас на развороте так, раз. Фу, хватит кушать. Все, я готов. Бегу. Справа они не крепят меня, а? А, тихо, нет, ты чё, школу чувства юмора какой-то прошел? Если бы Ван микрил в игре, как гайки на заводе, развалил бы Хэппи. О, боже. Не, Ван чёрки вообще. Аккуратней, аккуратней. Справа. Хекс, Финда, не. Финда надо было, ну ладно. Да, я не увидел Финдаса. Мы так его убьем. Давай другого. Верхнего. Верхнего. А, я уже на Headhunter переключился. Давай ха-ха тогда. Вчера ты офигел боч. Пинг свой видел. Я отошел. Угу. Да. Может, и Муслим еще не знает, как против этого играть, хотя он... Я тури на второго. Да. Тебя хапнули. Если хочешь, можешь панду взять. Не-не. Ты чё, какая панда? Надо их прессовать, а то вот время прокачали. Ну что, ну у меня... Ладно, тогда я один. Ладно, ты крипси, да.
Мне надо крипиться. Я тоже покриплюсь у них. Конечно, ты не так говори, СДСТ, ты ему говори, стрим с Алваном тебе придаст это, популярность, и все. А то сыграет, а такое. Тогда Вован это вообще красава. Да, Лема там, по-моему. А, можно. Ух ты, блин, у них этот был. Я не спалил. Вард на мне. Ну. Не парься, не парься. Не, плохо. Если они сейчас гоу сделают, это минус. Блейда-то нет. Страшно. Я, у тебя есть тиммейт, алло! Есть пух. Ну это да. Все, не ссать! Нет времени, надо крипсплата. Красный не крип. Вон они уже там. А, они оба здесь. Нам бы сюда или? Ну, а да, сюда. Ну, я уже отошел. Я далеко. Да какой маэстро Навара? Я нубасик. Маэстро, ну спасибо. Маэстро это ли? Они нашу точку закрыли. Можем сюда пойти. Угу. Да, не крипт. Го-го-го-го-го. Нельзя терять. Да-да, иду. Антиэры у нас нету, да? У нас питлорд с арбой был. Ну и... Хил потом возьмем под конец. Го? О, флеймс. Или тебе? Тебе. Го. Сюда. Угу. Они не закрепли красный. Здесь тоже чисто хорошо.
что они делают. Как тебе по дереву, нормально? Есть чуть-чуть? Его. Да. Если у тебя есть домашние предметы лишние, анк возьми. Ну, у меня есть этот, Gloves of Haste, на. Не, давай, да, Gloves of Haste, нормально. Ух, строитель. Четкая линия бороса. Это да! А чё они делают? Они ещё что-то крикают. Где-то бегают. Начало играли. Мечки у них нету. А, по-моему, у них эти. Докторавич. Все, надо много диспела. Гоу нападем, потом сделаем ТП и пойдем на красную куда-нибудь. Окей. А, смотри. Ой, там кастеры. Ага, у нас как у обоих волкеры. Я одно здание убью, я одно здание убью. Должен убить. Давай, давай. Делаю стомп. А, ты ушел? Нет, нет, блин, я не ушел, я дерусь. Я здесь хорошо встал. Я дерусь. Окей, хорошо. Меня таурины разуплотнили. Ты ТП? Ну если у тебя плохо, то ты делай ТП, тогда меня, я не, тоже... Не, не, у меня нормально. Ты просто не то сказал, ты имел в виду, что ты разуплотнил. Да, мои таурины разуплотнили. А, ну все, я-то тоже разуплотнил. Так, ну я воркаус вынес. Что-то у меня рабочие сегодня вообще это не хотят оставить одного. Okay. Я ТП сделаю. Uh-huh. Много не терять. Что я тут вписался слишком жестко. Ну я разменялся очень хорошо. У меня вообще топчик. Так. Есть дерево чуть, нет? Да, есть. Я сижу на 50, норм. Я живу. Надо идти вот сюда. А, я... Ну давай через отсюда. Давай. Вылечимся. Да, они должны в контратаку идти. Не, у орка ничего не осталось. А. Новый юнит. Да? Да. Соколь, твое появление на стриме Майтера плюс 50%. Там еще Аркот пришел. Артонс еще плюс 25%. Что тебе на стриме мешает? Ой, смотри, смотри. О, разуплотняй, лови сеточку. Я на лича. Хорошо. Я... Давай им докрипим. Хекс, ты сможешь, не? Нет. А, нету. Блин, ну, в смысле, там типа, HPS. Я сошел. Ну, ты можешь, если видишь, что я не успеваю. Да я его убиваю. Сам с контролем. Я докриплюсь. Так, Джанго выпал. О, Оркус. Минус. Все. Геге. Да. 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 Так! Баванна даже не помнит. Да нет, ему помнит. Чё, go last и... Давай, Ластинский. I'm ready. Так, я тоже.
как он поет. Это первый стрим, которому я закинул сотку. Да, Вован классно поет с душой. Достал снайперку. Промазал One Low, как и в папке. Промазал. Ну? Для безрейтингового ладдера вы слишком сильны. А, я думаю, со временем добавят в E3 Champions и будем там играть. Там будет попотнее. Ну, здесь, на самом деле, сегодня нам были... Попадались пары, которые... Первая прям. Да, что-то понимали, да. Но вот мы с Волплейдом играли, там вообще, конечно, были люди очень... Очень слабенькие. Здесь, как бы, сегодня получше. Ну да, я считаю, что все равно. Ну, а что поделать? Ну, что можно сделать? Это Warcraft, который... Мы, может быть, не заслужили, но которые нам дали. Да, да, то есть, типа... Ну, я думаю, вот 3 Champions сделают рано или поздно, и там будет потно. Да не, кардан, все нормально. Че, конструктивное мнение, о чем, ну, весь. Стоя, несмотря на интересе, ну, блин, это прикольнее. Это хорошо. Ну, я надеюсь, там. В E3 Champions сделают. И будет уже нам уже не так просто. Будем играть на основных раз и все такое. Мне просто интересно, когда близы сделают ладдер. А зачем? Сами. А мне кажется, им уже. Ну, вообще... да. Они уже смотрят. Ну да, или они полностью забили, да, или... Да, да. Они уже пытались, они же пытались вроде пада нанять, так что я думаю, они как бы и не хотят. Да? Да, да, он отказался. Пытались? Да, да, он отказался. И, ну, типа, если бы, понимаешь, если, типа, у них был ладдер готов, зачем, как бы, нанимать какого-то человека там, ну, понимаешь, да? Ну, типа, мы сами смотрим. Ну, хотя, может, они просто как хорошего сотрудника его хотят, наверное, не знаю. Шумида когти. Че, на них идем или? Ну, сейчас второй левел получим, мы идем. Угу. Ну давай каждый по зеленке. Я не заберу, наверное, без тебя. Не, у тебя. А, точно там же эти мега такие. Ну а первый убивать дальнего, в общем-то, ну ладно. Не, я прошлый раз убивал, и на него наложил два омоложения. По армору. Ну, сюда пойти. Типа, ну... Вот, видишь, го. О, здесь поплотнее, поплотнее. Да. Отойду, может, и получишь третий. Не, не получишь, но пусть лучше на те экспа будет. Я подзаряжусь. Не можем идти на них. Я уже пошел хантать. Ну, блин, ко мне андед пришел здесь, только что такой да, скаут. Этот... Блин, я нычку хотел ставить, а вон он и так здесь уже. Все, я бегу. Я уже здесь. Футов убиваем здесь. Да.
твой герой? Угу. Здесь. Сзади хумац, да. Бля. Веди, веди, веди меня. Он что-то пытался там заблочить меня. Я отойду назад. Давай. Ну, сейчас бы я уже не сильно... Ты смотри по твоему молчанию. Нет, подлечусь. Какай? Не, ну у меня все красное, чё. Они внизу, видишь, да? Ну да. Ну я бегу. Ты можешь там начать. Да нет, это крепость. Чуть-чуть до третьего не хватает, я к тебе. А, у меня хил есть, я по тебя подлечу сразу. Да. Сейчас подалеку. Пока не лечу. Go. Бери девайс. Go. Хай! Лол запустил Т2, но поставь экс-тренер, ты не мельч. В смысле, типа так нельзя, я. Типа я не могу и Т2, и экс. Ты чё, я же не хуму на Ромштар. Можно нычку быстро? А, не нычку. Раз, ладно, пошли к нему, к хуману. Окей. Великий Про, привет. Там приста можно с болтом быстренько. Надо убить. Теперь арка. Быстро этот, Санктурн. Хорошо. Блочу, чтобы он тебя не убил. А ты готов отходить или чё? Да, да. Хотел окружить челлендж для этого. Там сзади лич. Ходи, отходи, отходи. Надо уходить, да? Надо, да. Лучше уйти. Вон этот Т3 делается. Все стандартно. Так, здесь ничего. Писатель игры утверждает, что эльфы могут пушить, ставить эксбус. Да не, это все рофлы. Не могут, конечно. Эльф. Я не 15 лет играю, а 18. Попрошу. Попрошу, однако. О! Видимо, уже полетел. Нифига себе. Чё? Ну, чувак сразу тебя разведал. Скелетом. Да, ну ничего, он сейчас придет, я забайчу его и отменю потом. Сейчас
все забачил. Так, ты давай качайся пока. Я делаю кондет беру. Окей. Чтобы там не зазнавался сим. Только что прокреплено. Ну, не только что, но... На красном могут быть. Но она тяжелая. Да, и только что. Да, вот красная, да. Только... Я пойду на эту красную. Так. Как у тебя там? Нормально. Можем на Хумана подать. Уандеда, кстати. Так, все хорошо. У меня уже Т3 присты и найты. Да? Красавчик. Что могу сказать, сука? Ну, по... боюсь, еще и срана. Я типа маленький. Ну там простые рифлы, окей. Вот здесь ты проверяешь нычку на секс. Так, ну все, я иду овер, да? Да, можем выходить или нет. Т2. Ко мне напали. Я рядом. Давай. Готов? Да, я здесь. Медведи не в форме. Не очкуют. Я МКУ пробрил. Давай. Так, у меня медведи закончились. Хорошо. Передаю арбу. Назад, назад. Назад, МК, паладину. Так, вот, хорошо. Передаю назад. Назад. Передаю еще раз паладину. Так, МК, МК передаю. Передаю. Передаю назад. Палыч умирает.
У кого арба сейчас? Так, передал назад. О, на последних хитах. Отлично. Ой, не того. Короче, передал арбу много раз. Молодец, красава. Есть дерево чуть-чуть? Да. Все. Всего. Так, ну передал арбу многократно, не знаю. Топово. Должно было подрешать. Как про. Да, Румждар, как иначе? Так, вот он здесь. Блин, хумовский став, такой клёвый. Да. Не крепится, засранцы. Надо что делать, пух. Не, я сижу в полтосе, потом гиганты выйдут. Ты можешь свой экспан поставить до крипта здесь точку. Не, я думаю, не буду ставить. Пофигу. Ну, сила. Я тебя у гиганта. Даже двух взял. Our warriors have engaged the enemy. Да ладно, я только нычку поставил, они сразу так, пошли. У тебя мне... только undead, хумана я держу. А, окей. Можем соединяться на самом деле. Это андеда развалишь. А, все отлично. Без антиэров. Не ладно, да. Прохладно. Ну да ладно. Ну что, соединяемся, убиваем? Да, да, да. Go. Я вот здесь стою сейчас. Подлечиваем их. Go? Go. У нас антиэра 0. Нет, у нас гиганты. Две дриадки. Гиганты. Вон андед уже тебя ждет, смотри.
Я ему еще болт кинул, чтобы он не смог сделать быстро этот. А я? Да, в кого хочешь. Гага. Ебать. Красиво. Хорошая игра. Последняя битва. Да, нормально было. Соп, ну, спасибо, Пух. Тебе спасибо, ну еще покатаю. Ребят, спасибо, все, кто смотрел. Не болейте, сидите дома на карантине, смотрите фильмы, стримы Сокола. Пуха. Немного Майкера. Немного Майк, да, если можно. Да. Спасибо. Давайте всем, кто поддержал. Увидимся. Спасибо, Сокол, до связи. Пока.